Всем привет, всем здрасте. Продолжаем заниматься белочками и орлами. И вот сейчас как раз поговорим о мозгах. Ну, техника. Вот она сделана. Она там все шевелится. В середине стоят вот такие рулевые машиночки маленькие, которые будут, в общем-то, шевелить нашу голову, открывать ей рот и так далее, и так далее. Вот это у меня универсальный такой пульт управления. Пока вот собран так. Но вот уже все у нас работает. Здесь вообще 4 джойстика. 4 кнопки, то есть здесь можно запрограммировать вообще все, что угодно. Вот, и почему все это собирается, в общем-то, на микроконтроллерах? Потому что здесь абсолютная свобода действий, можно вообще делать все, что угодно. Ну, зная программирование, потихонечку будем осваивать. И вот в данном случае, чем это хорошо, чем в отличие от радиоуправления, ну, допустим, вот у нас вот эти две машинки руководят головой, вправо-влево, вверх-вниз. Вот, а вот эта машинка у нас занимается разговором, открыванием челюсти. И вот получается у куклы, когда мы, допустим, вот мы просто говорим ртом, вот это у нас нижняя челюсть, это сама голова. И когда мы говорим только ртом, ну, достаточно грустно получается, не совсем она эффектна. А когда кукла разговаривает вот таким вот образом, причем когда открывается челюсть, еще приподнимается немного голова, то есть это гораздо интереснее получается. И вот здесь уже вот это организовано. Вот смотрите, вот у нас машинка, которая поднимает, опускает голову. Вот. А вот эта машинка у нас открывает рот. И вот когда мы открываем рот, здесь запрограммировано таким образом, что когда открывается рот, чуть-чуть приподнимается еще голова. Причем вот если она открыла рот и голова приподнялась, то все равно еще вверх-вниз ею можно шевелить. То есть этого, такую штуку на обыкновенном радиоуправлении, в общем-то, не сделаешь. И я очень надеюсь, что вот это как раз говорение вместе с подниманием головы создаст еще больший эффект присутствия. Когда просто дергается сама нижняя челюсть, ну, это достаточно грустная картинка. Вот. Так что вот потихонечку осваиваем такую штуковину. Программирование, радиоуправление и так далее, так далее. Всем спасибо, пока!